Что ж, хорошо, это основная концепция безошибочности. Но действительно ли этому учит Библия? Я на самом деле полагаю, что она этому учит. Причем двумя различными подходами. Есть несколько библейских текстов, которые либо напрямую, либо косвенно, но очень определенно говорят о том, что Библия безошибочна. Пожалуйста, поймите меня правильно. Я не говорю о том, что слово «безошибочность» встречается где-либо в Библии. Но я надеюсь, что на прошлой неделе мы пришли с вами к выводу, что важно не то, встречается ли какое-то конкретное слово в текстах Библии, но встречается ли понятие. Поэтому я хотел бы поделиться с вами несколькими текстами. В этих текстах нет слова «безошибочность», но по своей сути они являются достаточно сильными доказательствами того, что Писание на самом деле безошибочно. И чтобы прийти к такому выводу, вам нужно помнить о том, что в нашем обсуждении мы защищаем безошибочность в свете истинности. Первый текст, который я хотел бы с вами разобрать, записан в Евангелии от Иоанна, 10 глава, стихи с 34 по 36. Этот текст часто используется, когда обсуждается доктрина богодухновенности. И хотя действительно этот текст имеет к этой доктрине некое отношение, но я думаю, он имеет гораздо большее отношение к доктрине безошибочности. Поэтому давайте вместе с вами откроем 10 главу Евангелия от Иоанна. Но прежде я хотел бы немного объяснить, что же происходит здесь, в 10 главе Иоанна. То, начиная с 22 стиха и далее, мы читаем, что «настал же в городе Иерусалиме праздник обновления, и была зима. Тут иудеи обступили его и говорили ему, «Долго ли тебе держать нас в недоумении? Если ты Христос, скажи нам прямо». Иисус отвечал им, «Я сказал вам, и не верите». Дела, которые творю я во имя Отца Моего, они свидетельствуют о Мне. И далее он продолжает приводить доводы, говорящие о том, что у него особые отношения с Отцом. Он говорит о том, что он пастырь добрый, и овцы слушают его голос. И что все, данные ему Отцом, придут к нему. Затем, в 30 стихе, Иисус говорит следующее. «Я и Отец одно». И его слушатели, как мне кажется, могли понять эти слова по-разному. Но совершенно ясно, что, услышав эти слова, они не подумали, что Иисус говорит, что у Него просто очень хорошие взаимоотношения с Отцом. И они не подумали, что Иисус говорит, что Он просто думает точно так же, как и Отец. Многие иудеи в то время могли бы такое сказать. Нет, они поняли его слова, как говорящие намного больше. И если у нас есть какие-то сомнения по этому поводу, то нам стоит прочитать следующий стих, 31. Тут опять иудеи схватили камни, чтобы побить его. Но чего бы они стали это делать, если бы Иисус просто говорил, «Ну, я соглашаюсь с Отцом». Единственное, причина, объясняющая это, что они захотели побить его камнями, в том, что он только что назвал себя Богом и приравнял себя к Богу.
И в 32 стихе мы читаем, «Иисус отвечал им, много добрых дел показал я вам от Отца Моего, за которые из них хотите побить меня камнями?» И в 33 стихе они отвечают, «Не за доброе дело хотим побить тебя камнями, но за богохульство и за то, что ты, будучи человек, делаешь себя Богом». Так что не остается сомнений о том, как они поняли Его слова. И вот заметьте, что говорит Иисус им в ответ. Иисус отвечал им, «Не написано ли в законе вашем, «Я сказал, вы боги»?» Если Он назвал богами тех, которым было Слово Божие, и не может нарушиться Писание, тому ли, которого Отец освятил и послал в мир, вы говорите, богохульствуешь, потому что я сказал, я Сын Божий. Итак, что же здесь происходит? В 34 стихе Иисус цитирует Писание. А именно, Он цитирует 81 Псалом, 6 стих. Но интересно, что говорит Иисус, прежде чем цитирует этот стих, «Не написано ли в законе вашем?» Вот вы помните три основные части Ветхозаветного канона — закон, пророки и Писание. Псалтырь не был частью закона, он был частью Писания. Так что, неужели Иисус допустил ошибку? Совсем нет. Он делает вот что, если хотите. Он наделяет авторитетом закона текст, который технически не является частью закона Моисея. Но это даже не главное, что мы здесь узнаем. Иисус цитирует Псалом 81, стих 6. И как мы говорили на предыдущих лекциях, для Иисуса и Его слушателей цитирование Писания в поддержку своего аргумента ставит последнюю точку. Но так что же здесь происходит в этом тексте? Если вы откроете 81-й Псалом и прочтете его, то вы обнаружите, что в нем говорится о людях, израильтянах, которые наделены положением судей. А в древнем Израиле было принято полагать, что если кто-то является судьей в израильском обществе, то он объявлял приговоры от имени Бога. То есть он или она были своего рода глашатаями Божьими. И из-за этого не было ничего необычного в том, что этих людей, которые были судьями в Израиле, называли богами. Но были конкретные судьи, о которых псалмопевец в 81-м псалме говорит. И это были нечестивые судьи. Они соделали много зла. Что ж, тогда все предстает в другом свете. Как же так? Но вообще-то вы не ассоциируете зло с Богом, не так ли? Но эти судьи были неправедными судьями, и в то же время в Писании они называются богами из-за их положения в обществе. И вот как рассуждает Иисус. Если Он назвал богами тех, которым было Слово Божие, то есть Слово Божие приходило к людям, которые выполняли функцию судей, и затем судья объявлял свое решение по тому или иному вопросу, Иисус говорит, если Он назвал богами тех, которым было Слово Божие, и, конечно, все это были простые люди, и даже более того, нечестивые, что ж, что же тогда о том, которого Отец освятил и послал в мир, и Он говорит о Себе? Если простые
люди, и даже нечестивые, назывались богами, то почему вас так оскорбляет, если я, посланный Богом, делающий добро, а не зло, называю себя Богом? Вот видите, как Иисус отвечает на обвинение в богохульстве в этом тексте. Он говорит о том, что есть нечестивые люди, называющие себя богами, и никто не обвиняет их в богохульстве. То почему вас так оскорбляет? Почему вы считаете это богохульством, когда я заявляю о своей божественности? Причем не делаю зло, а делаю лишь то, что поручил мне исполнять мой Отец. Но можно пойти еще дальше. Я думаю, вы заметили, что я не упомянул ключевую фразу. И эта фраза звучит так: «И не может нарушиться Писание». И смысл этой фразы вот какой. Писание не может быть аннулировано. Оно не может быть отменено. Этого нельзя отрицать. Этого нельзя не учитывать. Но почему Иисус это произносит? Иисус говорит это в контексте своего ответа на обвинение в богохульстве. И что? Они обвиняют Его в богохульстве, что Он называет Себя Богом. Он отвечает им: «Подождите-ка минутку, в вашем же законе». А закон всеми считался Словом Божьим. «Разве не написано?» И он знает, что, конечно, написано. «Вы боги». Если он назвал богами тех, которым было Слово Божие, и не может нарушиться Писание, если даже те люди, которые несут функцию судей, если они названы из-за своей должности богами, и вы знаете, что так и есть, потому что об этом написано Писание, а Писание не может быть нарушено. Этого нельзя отрицать. Вы знаете, что я прав. Тогда почему вас так оскорбляет, когда я прихожу и совершаю дела Божьи и называю самого себя Богом? Почему тогда это называется богохульством? Вот вы видите, какую роль играет эта небольшая фраза в ответе Иисуса. Он только что процитировал Писание. И, по сути, он говорит: «Друзья, вам на это нечего возразить, потому что так говорит Писание. Если Писание так говорит, то оно не может ошибаться. Вы не можете отрицать, вы не можете отменить авторитет Писания. И вы сами прекрасно знаете, что Писание об этом говорится. И если читать далее, то становится ясно, что никто из слушателей Иисуса не спросил: «А в каком псалме? Что это за закон? А откуда ты цитируешь? Или ты неверно процитировал этот текст?» Нет. Опять же, как мы уже говорили на предыдущей лекции, в то время царила атмосфера, когда Писание считалось конечным авторитетом. Иисус и Его слушатели прекрасно знают Писание. И Иисус прекрасно понимает, что Он может так построить свой аргумент, им нечего будет возразить. Итак, вот что говорится в этом тексте, и вот как строит свой ответ Иисус, и говорит, что Писание не может быть нарушено. Большое дело начинается с малого пожертвования, и 5 хлебами можно накормить 5000 человек. Поддержите наш проект молитвой и финансами. Информацию, о чем молиться и как пожертвовать, вы можете найти на сайте tvseminary.com. Что ж, позвольте мне упомянуть еще другие тексты Писания, которые имеют к этому отношение. Несколько таких текстов можно прочитать в 118-м псалме. Весь этот псалом посвящен Библии.
И я хотел бы указать вам на три стиха. Ни в одном из этих стихов не используется слово «безошибочность», но в них говорится, что все Писание и все части Писания содержат истину. Псалом 118, стих 138. Автор пишет: «Откровения твои, которые ты заповедал, правда и совершенная истина». Как что-то может быть совершенной истиной, если содержит ошибку? Итак, псалмопевец говорит, откровение. Что за откровение? Где же записано откровение Божие? В Библии. 151 стих. «Близок ты, Господь, и все заповеди твои — истина». Конечно, псалмопевец не претендует на то, что он пишет философский трактат. Мы уже говорили о том, что повеления не являются ни истинными, ни ложными. Но автор говорит о том, что все, что Бог сказал, все, что Он повелел, все истина. И все это надо исполнять. В этом нет ошибок. Все это истина. И затем стих 160. «Основание Слова Твоего – истина, и вечен всякий суд правды Твоей». Если вы вспомните о том, что безошибочность означает истинность, а этот стих говорит, что все слова Божьи истины, а где же записаны Божьи слова? Что ж, когда мы говорили об вдохновенности, мы сказали о том, что они записаны в Писании. Что ж, теперь несколько текстов из Нового Завета. Очень ясное утверждение записано в Евангелии от Иоанна, 17 главе. Здесь Иисус молится о Своих учениках. И в 16 стихе Он говорит: «Они не от мира, как и Я не от мира». И далее посмотрите, что Он говорит в 17 стихе, Иоанна 17, 17. «Освети их истину Твоею, Слово Твое есть истина». Что ж, здесь напрямую не говорится слово «безошибочность», но если мы определяем безошибочность в свете истинности, то здесь говорится, что Слово Твое есть истина. Но помните о том, что это говорит Иисус. И где же, по мнению Иисуса, вы можете найти Слово Божье? На прошлых лекциях мы рассматривали множество свидетельств о том, что Иисус считал, что Божье Слово содержится в Писании. Что ж, еще один текст. Это более косвенное свидетельство, но я думаю, оно все еще очень уместно. Матфея, 22 глава, стихи 29 и 30. Это текст, в котором говорится о том, как саддукеи подошли к Иисусу и попытались поймать Его в ловушку. Саддукеи не верили ни во что сверхъестественное. Они не верили, в частности, и в воскресение. Но Иисус, как они знали, верил. Им казалось, что они могли предоставить неопровержимый довод и показать, насколько глупо верить в воскресение. Итак, они подходят к Нему и говорят: «Учитель, 24 стих. Моисей сказал: если кто умрет, не имея детей, то брат его пусть возьмет за себя жену его и восстановит семя брата своему. Было у нас семь братьев. Первый, женившись, умер и, не имея детей, оставил жену свою брату своему. Подобный второй и третий, даже до седьмого. После же всех умерла и жена. Итак, в воскресенье, которого из семи будет она женой?» Не знаю, что было не такого, почему все ее мужья умирали, но, тем не менее, именно это написано в тексте. Что ж, саддукеи думали, что они поймали Иисуса в ловушку, потому что они спрашивали Его: «Ну скажи нам, Учитель, если все воскреснут,
то кто же из этих семи будет все-таки ее мужем? Потому что все семеро были ее мужьями при жизни. Иисус отвечает в 29 и 30 стихах: «Заблуждаетесь, не зная Писания, ни силы Божией». Что же он хотел сказать этим? Если бы вы знали Писание, если бы вы знали силу Божью, то вы бы не заблуждались. Почему? Потому что ни в Писаниях, ни в Божьей силе нету ни тени заблуждения. И далее Иисус объясняет: «Ибо в воскресенье не женятся, не выходят замуж, но пребывают, как ангелы Божии на небесах». Итак, вы высказали предположение, построенное на неверных предпосылках, потому что вы ошибочно считаете, что в будущей жизни люди будут жениться. Но если бы вы знали Писание, то понимали бы, что Писание такому не учат. Но не зная Писания надлежащим образом, вы допустили эту ошибку. И вы пришли к выводу, что она должна почему-то выйти замуж за одного из семи. Но это лишь показывает, что вы не знаете ни силы Божией, ни Писания. Что ж, как я уже сказал, это не такое прямое свидетельство, но здесь также вполне ясно, что слова Иисуса по сути означают, что если бы вы знали Писание и силу Божию, вы бы не допускали таких ошибок и так бы не думали. Почему? Да потому что ни в Писании, ни в силе Божией нет ошибок. Если добавить к этому то, что под ошибкой понимается не соответствие истине, а истина в свете истинности, тогда получается, что у нас достаточно прямое утверждение о том, что Писание безошибочно. И опять же, это все сказано не кем-нибудь, но нашим Господом. Ищите нас в поисковых системах по запросу ТВ-семинария.